В Ульяновске традиционно светлый праздник Рождества Христова отметили праздничным концертом. В зале Дворца культуры «Губернаторский» яблоку негде было упасть. Более 1000 симбирян пришли посмотреть выступления ульяновских артистов. Сегодня свое мастерство покажут некоторые коллективы, о которых, где-то слышали, но заявляют они о себе впервые. Концерт обещает быть очень интересным, таким добрым и направлен на сохранение и укрепление семейных традиций, душевного тепла и, конечно же, связи поколений, тем традициям, которые бытовали и бытуют в сегодняшний день и которые мы продолжаем. Среди зрителей были первые лица Ульяновской области, представители общественности, деятели культуры и искусства, духовенства и миряне Симбирской епархии. Концертную программу открыли хор преподавателей и студентов Ульяновского государственного университета и народная артистка России Кларина Шатько. Участников и гостей мероприятия поприветствовал митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Мне очень приятно сегодня пожелать всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами всегда помнили присутствие Бога в нашей жизни. Без Бога мы ничего не можем сделать. И самые главные основы, на которых зиждется наша вера, наша жизнь, это вера в Бога. С верой в Бога человек может совершать все. Губернатор Сергей Морозов в своем приветственном слове подчеркнул, что Рождество Христово является олицетворением добра и света. Буквально несколько часов назад мы с вами отслужили вместе службу. И мне доставляло огромное удовольствие видеть ваши светлые лица. Потому что этот праздник всегда олицетворяет добро, олицетворяет светлость наших отношений, олицетворяет желание сохранять и развивать наши ценности, которыми мы гордимся. Концерт продолжил мужской хор «Образ», который исполнил композиции «С нами Бог» и «Ночь светла». Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.